Я долго очень готовилась к этому конкурсу, и я надеюсь, что я получу какой-то приз. Первая выставка и первая победа. Даяна Лукьянова учится в художественной школе всего год. И несмотря на отсутствие опыта в подобных конкурсах, удостоена диплома первой степени. У Анастасии Калериной таких дипломов уже два. Ранее она представляла работу «Церковь и Пасха» в технике квиллинг. В этом году ее творчество вновь признали лучшим в номинации. В этой технике я использовала яичную скорлупу и цветные карандаши. Я очень волновалась, что я думала, что я получу второе, там, третье место, но заняла первое. Юные умельцы представили на выставке более 300 произведений изобразительного и декоративно-прикладного творчества. По регламенту конкурсу, чтобы получить призовое место, работа должна соответствовать определенным критериям. Однако главная цель, говорят организаторы, понять видение ребенка и разглядеть глубины творчества каждого участника. Как можно больше наградить детей, как можно больше, чтобы дети получили призов и подарков, и, конечно, дипломов. То есть детки, которые семилетки, они рады, можно сказать, для многих это первый диплом и первый подарок. Выставка «Светлое Христово воскресенье» проводится ежегодно. Вот уже 12 лет конкурс пользуется большим успехом и пополняет ряды своих участников. На вопрос о том, понимают ли дети тему, на которую они мастерят, здесь отвечают однозначно. Устами младенца глаголит истина. Ребенок понимает гораздо больше и видит гораздо больше, чем мы с вами. Потому что у нас с вами в головах цифры, все что угодно, проблемы. Но только не самое важное в жизни. Они воспринимают мир более свободно, более естественно и спокойно, чем мы. Поэтому они знают больше. Пасха – это самый радостный праздник, когда наступает счастье и веселятся. Из 320 работ дипломами первой, второй и третьей степеней удостоены 100 произведений детского искусства. Наталья Цыко, Алексей Двоенкин, Первый Приднестровский телеканал.